Всем огромный привет! Сегодня у меня видео о пустых баночках. Покажу вам за конец мая, за начало июня свои пустышки. Их много, они все разнообразные, абсолютно все категории затронуты. И начну я с ухода за волосами. Закончились у меня вот такие два шампуня. Это увлажняющий шампунь с грушей и ванилью. Один большое производство Польша, второй Россия, и качество у них совершенно одинаковое. Придает блеск волосам, не спутывает их, имеет приятный аромат. Шампуни достаточно густые, перламутровые, и частенько я использовала данный продукт без использования кондиционера. И могу сказать, что даже если не наносить никаких кондиционеров, нанести потом, допустим, на кончики сыворотку, то он хорошо и в этом случае работает. Волосы дня два точно не загрязняются. В общем, идеальный шампунь из серии Naturals, стоит недорого. Следующий шампунь закончился у меня вот такой вот сухой от нашего русского производителя «Прелесть». Мне он тоже очень понравился. При распылении тальк имеет такой какой-то, ну, хорошего качества тальк, который распределяется, хороший распульверизатор и придает объем, свежесть волосам. Это такой продукт, который пригодится тем, кому нужно срочно освежить и придать объем. Еще один шампунь, мой любимый Oily Petit Marseillais, закончился, яблоко и олива. Пахнет яблочком, промывает волосы отлично, стоит не сильно дорого. Ну, смотря, если попасть на какую-то акцию, то можно, конечно, купить недорого. Ну, а так они где-то в пределах 100-120 рублей. Очень хороший, не спутывает, тоже волосы не утяжеляет, не загрязняет. Чем-то похож на качество шампуня от компании Yves Rocher, который я люблю, Планету. И я знаю, его многие любят, и вот это альтернатива и замена Yves Rocher, более такая дешевая. Также по уходу за волосами закончилась маска от Faberlic. Она идет для возрастных волос, но я использовала ее и сама, и ребенок использовал. И она работает как обычная маска, хорошо защищает. Также я использовала малиновый уксус от компании Yves Rocher, очень хорошего тоже качества. Они у меня сейчас все закончились, буду обязательно делать заказ, закажу малиновые уксусы. Его нужно наносить тем людям, у кого лишены волосы блеска своего натурального. И поэтому вот этот малиновый уксус, он создает такой блеск волосам, шелковистость, делает их ухоженными, красивыми. Главное им не пересушить. То есть если написано, что нанести в конце на помытые и напитанные маской или бальзамом волосы, нанести и сразу смыть, то это нужно так сделать, чтобы не пересушить кончики волос, сами волосы. Так этот продукт очень и очень достойный. Из гелей для душа у меня закончился всего лишь один с африканским какао. Это компания тоже Yves Rocher. У меня, посмотрите, сколько много баночек от Yves Rocher. Я их безумно люблю, эту компанию. Поэтому частенько рука тянется именно к этим продуктам. Ну, гели Jardin du Monde все знают, и о них рассказывать я не буду. Также у меня закончился гамаш от Yves Rocher Маракуя. Это для меня была совершенная новинка, потому что здесь перемолотые косточки. Вот если, допустим, вот у нас персик мы используем там как гамажи, то здесь перемолотые косточки именно самой маракуйи. Очень хорошо полировал, очищал кожу, не пенился, имел приятный экзотический аромат. Ну, классный продукт. Я не знаю, почему компании в Рошене сделать, допустим, вот такой продукт на постоянной основе. Ну, они все-таки делают их только лимитками, чтобы нас подразнить. Невероятно классный, использовала его и на лицо, и никакого раздражения, очищение было просто великолепное. Далее, термальная вода у меня закончилась от Spa Planet или Planet Spa, я забыла, как называется. Она имела великолепное действие. Я прикупилась такими водичками
капитально. Я скупила все, что было в магазине, наверное, штук 8 или 9, поделилась со своими родственниками. И они все прям в восторжении, говорят, это что вообще за чудо? У нее, во-первых, такой распылитель, его нажимаешь, и он... Ну вот сейчас я, наверное, принесу новый, чтобы вам показать. Я такого, честно говоря, нигде не видела. Вот не нужно там вот так вот несколько раз нажимать, а вот достаточно раз нажать, и оно начинает распылять. То есть распыляет это термальная водичка на лице, очень-очень быстро впитывается. Видно, проходит через все поры, и потом я наношу уже крем, и в течение дня вот ее наношу, и мне нравится и освежение, и тонизирование. Ну, очень хорошее качество у этих продуктов. Я вообще подсела на эту марку Spa Planet, и сейчас ищу полностью, хочу перейти на их уход. От компании Dr. Pierre Rico закончилась мицеллярная вода. Тоже мне она нравится, она хорошо снимает макияж, не раздражает, делает, в общем, качественный такой, качественный уход лицу, и поэтому были бы цены пониже, можно было бы просто без проблем заказывать, покупать, но цены у них кусаются. На зиму обязательно приобрету. Закончились тоники, мои, причем любимые от компании Avon с лепестками роз, очищение, серия Care, и я их всегда показываю, и они у меня улетают, потому что мы используем с дочкой, и у нас за неделю улетает один тоник, она постоянно, я вижу, что сходит с ватными дисками, все что-то там себе смывает, все что-то чистит свое лицо. Ну, детей нужно приучать, чтобы они с детства, с молоду следили за своей кожей, за волосами, за телом, и тогда у них не будет проблем, как у нас, у наших мам, бабушек. У них будет хорошая, качественная кожа. От Чистой Линии закончился лосьон-тоник с васильком. Классный тоник, он имеет такой зеленый цвет, хорошо освежает, тонизирует тоже кожу. Я его очень-очень сильно люблю. И стоит, кстати, недорого в магните, в обычном я рублей за 75 покупаю. Также мне присылала Людочка вот такой вот мягкий лосьон для снятия макияжа с век. Но я его использовала как тоник. Людочка, спасибо тебе огромное. С огромным-преогромным удовольствием прям его использовали буквально, говорю, за неделю. И остались довольны. Маски закончились, Avon увлажнение, маска для лица с Асая, она вот такого же цвета, как здесь нарисован, ну, как сама упаковка, гелевая маска, хорошая, такая прям на утро само то, не нужна никакая тканевая, нанес эту, и у вас счастье, лицо выглядит отлично. Два моих мастхэва от Фитокосметик. Это первый пилинг для лица с золотой пудрой. Я в него влюбилась. И в одном из видео о пустых баночках я прям подробно рассказывала, что его нужно, можно его использовать, кстати, и летом, в отличие от других пилингов. Он хорошо делает кожу, в общем, ровной, такой прям красивой. Тоже использовала его утром, но сейчас, наверное, буду все-таки по вечерам его делать. Мало ли что, когда светит очень сильно солнце, все равно нужно поберечь кожу. А вот эта маска, это вообще что-то. Это невероятно классная маска, 100 рублей стоит. И я, как всегда, с дуру понакупила этих масок. И сейчас буду ими с удовольствием пользоваться. Она и... так, видимо, заполняет какие-то мелкие такие неровности, морщинки. Как раз что мне и нужно, выравнивает, освежает кожу, делает овал лица более таким каким-то ровным. В общем, все, что нужно, это маски, эти маски делают. Далее, вот такой вот гель закончился. Это у нас тоже компания, вернее, не тоже, а компания Avon.
Я думала вообще почему-то, когда я использовала, почему-то думала, что это маска ночная и наносила прям на ночь. Она быстро впитывала, но оказалось, что это просто гель, роскошное обновление. Ну и хорошо, что это гель, можно его прикупить и пользоваться с удовольствием. На лето, мне кажется, вообще он идеально подойдет. Но вот я его весной использовала и осталась им довольна. Также от Avon у меня закончилась сыворотка, приходила в каком-то, по-моему, пакете сюрпризе. И эту сыворотку я люблю, я ее раньше покупала и полноразмеры, ну а сейчас допользую то, что есть. Далее, переходим, наверное, нет, не переходим, забыла показать вот такое вот средство двухфазное для снятия стойкого макияжа с глаз. Вот такая малютка, но ее хватает на месяц, не раздражает глаза, не щиплет, хорошо снимает абсолютно любую тушь, в частности тушь Avon. Наверное, для этого она предназначена, потому что не все такие вот умывалки могут снять тушь от Avon, но она снимает вообще абсолютно любую, и качество у нее хорошее. Три дезодоранта закончились. Вот такой вот мой любимый Деоника. Невидимый, вот действительно он невидимый. Следующий дезодорант тоже невидимый Нивея. И еще один невидимый Рексона. Мне хотелось сравнить этих трех производителей. Я их использовала одновременно, и не только я. Использовала их еще моя дочь. И я потом свое сделала мнение. Она свое, и я спросила, тебе какой из них больше понравился? Она сказала, что все три дезодоранта работают просто великолепно. Конечно, никаких 48 часов они не защищают, но все-таки белого налета никакого не оставляют. Только приятная свежесть и защита на весь день. Хорошие дезодоранты, можно любой использовать, и не бояться, что они вас подведут. У меня уже ничего не помещается, поэтому буду убирать в сторону. Вот такой вот кремик для рук закончился. Райское масло Бабасу. Присылала мне его Светочка. Свет, привет тебе огромное. Спасибо большое. Использовала с удовольствием. Эта малютка имеет 40 мл. И крем шикарнейший. Ни липкости, ничего абсолютно. Увлажнял ручки. Меня он спасал весеннее время. Я его таскала с собой в сумочке. И могу порекомендовать вообще бархатные ручки. В таких дизайнах они имеют очень хорошее-прихорошее качество. Далее переходим к уходу за ногами. И это у нас вот такие вот спреи. Один, по-моему, я брала где-то Фикси или где, я уже не помню. А второй от компании Avon. Ну, понравились оба. Эйвонский, конечно, такой, который более, ну, как водичка, его нужно распылять, а тот имеет сухое распыление, ну, а по защите они работали оба хорошо. И еще забыла показать вам маски вот в таких вот саше. Вот такой вот Нивея маска пленка, ее присылала мне тоже Светочка. Светик, еще раз тебе огромный привет, спасибо большое. Маски хватило на два использования, это маска пленка. Я ни разу не использовала маску от компании Нивея. Это была вообще прям новинка из новинок. И, знаете, она классная, эта маска. И вот такая вот маска от Skinline, по-моему, правильно я говорю. Это черная маска пленка. Вообще маски пленки просто обожаю. Ее мне присылала Кристишка. Кристиш, привет тебе огромный. Скучаю по тебе сильно-сильно. Заходи в гости. И я просто сейчас, я не знаю, девчонки, вот эти Skinline, они меня все просто, какой продукт я не попробую, он меня поражает. Они все такого имеют великолепное качество, все хорошо работают. Я даже сейчас заикаюсь и путаюсь в словах, потому что эта марка очень-очень имеет отличное качество, и на нее стоит однозначно обратить внимание. От доктор Пьер Рико закончилась новинка. Это был такой пробник. Компания прислала потестировать. Мне кажется, это дневной крем.
Сейчас, если не искать описание, регенерирующий дневной крем. Классная серия, понравился мне очень. Сейчас хочу приобрести такую сыворотку. Когда захочу делать заказ в Пьерико, обязательно возьму вот эту вот розовую сыворотку. Была у меня такая подводка от Avon, моя любимая, кстати, подводка. И вы знаете, потерялся колпачок, она у меня лежала в косметичке и засохла. Я аж чуть не заплакала. Думаю, боже мой, как так? Все, что любимое, оно почему-то раз и его нет. Ну ладно, ничего, мы купим новую. У мужа закончилась от Yves Rocher Amber Noir, от такой вот серии, это, по-моему, 50 миллилитров. Невероятно крутой аромат, невероятно крутой парфюм. Это туалетная вода, деревянная крышечка. И муж ее использовал, наверное, недели за две. Я говорю, так хватит им этой водичкой поливаться. А он говорит, вот это вот лучшая вода вообще от компании Yves Rocher. Хотя я не покупала ни Хогар, ни какие там цитрон я какой-то покупала. А еще какие-то такие есть желтенькие, я не брала. Стоит потестировать, попробовать хороший и качественный аромат. Средство для снятия лака закончилось от фитокосметик. Тут уже у меня были затесты. И хорошее средство. Вот одно из лучших. И теперь немножко бытовой химии. Ну как без нее? Тут у меня дом Фаберлик. И вот такой вот отбеливатель кислородный экстраокси. В общем, экстраокси. Это мой любимый пятновыводитель, отбеливатель. Он отбеливает вещи до бела, делает их качественнее, не разъедает. Ну, Фаберлик, дом Фаберлик, это что-то с чем-то, а тут уже не поспоришь. От Персив у меня закончился вот такой вот гель. Написано, что 6 стирок. Я смотрела на этот гель, обзоры девчонок, и он у них был как бы в разочаровании. Но тут подвернулась хорошая цена. Я думаю, брать, не брать. И взяла, попробовала. И, девчонки, я была просто поражена. Мне хватило его не на 6 стирок. Мне хватило его, наверное, стирок на 12, а может быть, на 10. Потому что я брала такой не один. У меня еще там стоит, наверное, штуки 2. И когда я налила, я поняла, что здесь 6 колпачков помещается. Я налила один колпачок. У меня все белье, оно, конечно, хорошо отстиралось, я его не могла никак выполоскать. Мне приходилось машинку дополнительно ставить на полоскание. То есть он очень-очень сильно концентрированный. Он имеет вот такой вот голубой цвет. И этот гель, ну я там, наверное, уже. А, ну я все же промыла. И вот этот гель, он очень имеет хорошее качество. Я даже не ожидала сама. Ну, стоит попробовать. Я вот впоследствии пол колпачка на машинку, на целую прям барабан, там, наверное, 6 или 5 килограмм белья, там, постельного, и все-все-все супер отстирано. И тогда он уже выполаскивался хорошо, когда я его делала поменьше. В общем, главное тут не переборщить. Хороший продукт. Вот такое средство для мытья посуды закончилось. Это было для меня вообще новинка. У меня еще одно оранжевое там с апельсином или с чем-то еще. И это производитель какая-то московская фирма. И это средство мне тоже понравилось. Оно имеет дозатор. Очень густое. Хватило его надолго. Ну, я осталась довольна. Прям не сказать как. Очень сильно. Далее у меня закончился вот такой вот освежитель. Это тоже для меня была новинка. Это компания Симфонии. Или Симфония, не знаю, клубничный щербет. Я брала таких два, вот сейчас второй в использовании, и пахнет этот освежитель вот прям настоящим мороженым. С клубникой, мороженая джемка, вот мне напоминает прям. Я влюбилась в этот аромат, у меня все влюбились, я им его наношу просто в комнате для распыления, потому что как-то для комнаты, для туалета он сильно сладкий. А вот в комнате он великолепный. Что-то с чем-то детям нравится до безумия. Следующий аромат тоже от этой же фирмы. Или не от этой, но это Симфония уже на русском написано. Сирень. Вот этот дезодорант меня, девчонки, разочаровал.
Он пах офигенно сиренью. Я даже с дуру взяла, побежала еще один. Он пах сиренью, наверное, неделю-две, а потом он испортился, и он пах не понять какой сиренью, что я аж его не допользовала и выкидываю. Я чуть не задохнулась. Был ужасный вообще аромат. Не знаю, что с ним произошло. Его никто не вскрывал, но он испортился. В отличие от симфонии, Эрвик с розой мне понравился, он не испортился, он долго мне служил, месяца, наверное, 2,5 я его не могла добить, но тут добила как раз к выходу видеоролика. И показываю вам очень хорошее качество, дорого стоит, но то того стоит. Ну, вроде бы как все показала. Надеюсь, что сегодня ничего не забыла. То в прошлый раз что-то я забыла и не показала. Вот такие были у меня пустые баночки. Спасибо, что вы все оставались со мной. Я надеюсь, мои отзывы кому-нибудь будут полезны. Спасибо всем огромное за подписки, за лайки. Всем вам удачи, здоровья и пока-пока.